Привет! Я нахожусь в республике Марий Эл, на территории национального парка Марий Чодра, у санатория Кленовая гора, и отправляюсь по пешеходной туристической тропе к смотровой площадке, которая находится близ Зеленого ключа. Дорога до смотровой площадки сначала такая полуасфальтированная, местами грунт, местами камни, а потом нужно свернуть в лес и еще примерно полкилометра идти по лесу. Там есть тропинка. Сегодня погожий летний день, поэтому пешей прогулке ничего не мешает, грязи нет. Естественная красота природы национального парка Марий Чодра, который был открыт в далеком 1985 году и расположен на территории более чем 36 гектаров леса. Марий Чодра переводится с марийского языка как «марийский лес». Но не стоит забывать, что здесь возможна встреча с жителями этого леса, с дикими животными, и надо быть внимательным. К смотровой площадке, как я уже сказала, ведет лесная тропинка, и если не пользоваться картой, то вполне вероятно, мимо нее можно пройти. Здесь величественные вековые дубы и тенистые клены. По таким местам легко идти даже в зной. В лесу не жарко, поют птицы, перебивая друг друга. И вот подхожу к смотровой площадке. Это своего рода естественная возвышенность, и не забываем, что находимся в Кленовогорье. Для туристов оборудована сама площадка с перилами, думаю, что это место посещает большое количество людей. Высота обрыва около 50 метров. Площадка называется Шунгалдан, по другим источникам Шойчондал. В переводе с марийского языка означает крутой глинистый берег реки с быстрым течением, но я нашла еще и другой перевод – упадешь, нырнешь вниз. Недалеко от смотровой площадки располагается озеро карстового происхождения Шунгалдан. В воде содержится сероводород, в виде наружных ванн придает лечебный эффект. Отсюда открывается неподражаемый вид на леса и немного видно реку Илеть. Я думаю, что в зимнее время года здесь также захватывает дух, и такого вы больше не увидите нигде.
Подписывайтесь на канал, увидимся совсем скоро в моих новых видео.